В Штатах готовится запустить в продажу самую дешевую экшн-камеру с углом обзора 360 градусов. Называется новинка Camorama. Ее заявленная стоимость $239. Но это примерно 15 тысяч рублей. Правда, производитель еще только сам собирает деньги на этот вот продукт. На краудфандинговой платформе Kickstarter уже удалось получить $150 000. Это в 5 раз больше той суммы, что требовалось. Camorama способна записывать панорамное видео в разрешении 4К. Максимальная длительность 90 минут. Кроме того, гаджет позволяет все делать с помощью смартфона и редактировать, и публиковать видео. Поставок устройств ждем в ноябре, а пока смотрим на тизеры. Oh, yeah, my, yeah, my, yeah, yeah, yeah.